Вот так бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают уничтожать живую силу противника, бронетехнику и укрепления ВСУ, выстреливая снаряд за снарядом из РСЗО «Град». Активные бои сейчас идут на южно-донецком направлении. Особое внимание на контрбатарейную борьбу. Сейчас в основном идет артиллерийская дуэль. Выезжаем, получаем задачи, выезжаем, отрабатываем. Сворачиваемся, уезжаем. Все быстро, чтобы не получить ответку и не понести урон себе, машине и подчиненным личному составу. Наше подразделение с помощью вот этой малышки не дает противнику проводить ротации, срывает подвоз БК. Также мы работаем по артиллерии противника, ведем контрбатарейную борьбу по переднему краю и вообще по любым целям, которые нам дадут с любых позиций. Задачи прилетают постоянно, независимо от времени суток и днем, и ночью. Главная задача – не дать противнику отдыхать. Его надо вымотать физически и морально, а самим устоять. За неделю порядка 20, а то и 30 задач прилетает. То есть, независимо от того, что это скопление живой силы противника, либо это какие-то легко бронированная техника, или же пикапы, то есть внедорожная какая-то техника. Опять же, эвакуация, техники подбиты уже, порядка 2-3 пакетов за неделю летает. Многие бойцы находятся в зоне проведения специальной военной операции с первых дней. И все, о чем они мечтают, это уничтожить врага и вернуться с победой домой. А пока они передают привет своим семьям, находясь на поле боя. Хотелось бы передать привет своим родным, близким, жене, родителям, ну и вообще всем, кто меня узнал. Передать привет всем военнослужащим, выполняющим задачи ВСВО. Победа обязательно будет за нами. Сила в правде. Хочу передать привет всем родным, близким, особенно городам Красноярск, Владивосток, Пермь, Иркутск. Всем, кто меня узнал, всем привет. Победа будет за нами. Сила в правде.